Приветствую вас, друзья! С вами канал «Коллекция монет» и очередная биметаллическая монета на канале. Монета Великобритании. Номинал монет 2 фунта, год чеканки 2002. Материал монеты биметалл, центр медно-никелевый сплав, кольцо никелевая латунь. Гурт монеты рубчатый с надписью. Надпись Spirit of Friendship Manchester 2002, что переводится как дух дружбы Манчестер 2002. Отношение аверса к реверсу монеты медальное. Вес монеты 12 грамм, диаметр 28,4 мм, толщина 2,5 мм. Отчеканена монета на монетном дворе Лантризант в Великобритании. Тиражом 588 500 экземпляров. Вышла данная монета в 2002 году в составе серии монет, которые посвящены играм Содружества. Проходили эти игры в 2002 году с 25 июля по 4 августа в Манчестере. Набор состоит из 4 монет и посвящен участию 4, скажем, стран, территорий Великобритании в этих играх, а именно Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. Про 3 монеты я рассказывал. Вот данная монета 4 из этого набора посвящена участию Уэльса в этих соревнованиях. Здесь в круге флаг Уэльса, дракон красный на бело-зеленом фоне. Отличаются эти монеты только флагом, все остальное совершенно идентично. Изображен спортсмен, стилизованный с флагом, номинал монеты 2 фунта. Надпись 17-е игры Содружества 2002. Вот здесь вот две буквы МБ, знак дизайнера данной стороны монеты. На оборотной стороне портрет королевы Елизаветы II, также знак дизайнера, уже 3 буквы, уже этой стороны монеты, и надпись Елизавета II, милостью Божией, королева, защитница веры. Что касается стоимости данной монеты, то у нас в России приложений не так много, и на данный момент где-то 1000-1100 рублей начинается и выше. Опять же, зависит во многом от состояния монеты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.